чего уже? Кто помер-то? Долбоёб окочурился. Лёшу убили. Чела нашел в этой электронной будке. Электричество? Да. Это справа, я так понимаю, да? Нет, это слева. Не-не-не, это слева. Там электрочитовая. Бля. А ты откуда сам бежал? Я справа была. Я снизу бежал изначально со столовки, ну, просто вниз, потом налево повернул, зашел, типа, выполнить вопросик, и, ну, точнее, восклицательный знак. И там жмурик лежал говняный. Какой восклицательный знак? Ну, задание, блин. Так, я чинила реактор, видела там лагоду. Да, я там тоже ручку приложил. Я видел через... Я на камеры подбежал в конце, когда вы починили, видел фасольку сверху. Какую ягоду, блядь, вы видели? Лагоду. Лагода, а кто на нижней панели чинил? Фруктоска? А, фруктоска. Ну ладно. Да, фруктоска. Машина моя, ребят. Загнулась нахуй. К сожалению. Честно, я не поняла, ты еще отрицательный знак Слава чинил. На карте задание, задание. В табе. А, боже. Господи, ты вообще что ли нуб, ёпта? Да нет, в смысле? Я придумала эти задания к отрицательным знаком. В смысле? Я раньше просто... Ну, я не знаю, здесь не в кого голосовать. Я даже что, ну, я никого не видел, типа. Ну, просто я, типа, в любом случае надо было нажать, блядь. Скипаем. Это пока скип, да-да-да, нажимайте обязательно. Наебал, блядь. Пиздобол, блядь, говняный, блядь. И главное, назвать его как кикать тоже интересно. Просто знак вопроса будет. Не беги за мной. Ой. Микрофон. Ты меня называла. А что делать надо? Типа я вот сейчас тут стою, а теперь такой хоп. Ух ты, ёб твою. Нашла там, где еще только электричество, мы только что выбежали с Андреем еще закрытой двери, и до этого туда выбежал Финаргот, если я не ошибаюсь. Ты был у меня, кстати, тоже Финаргот есть подозрение. Со мной что? Делал. На как... И я на электричестве был, когда... Только что ты давно забежал, чел. Ты посмотрел, что там никого не хотел забежать, я подбегаю, ты разворачиваешься и убегаешь, не делаешь задание. И специально нас запер на электричестве. Да, и ты нас запер на электричестве. Секунду, погодите, что только что Знат сказал? Ты должен был забежать, делать задание. Я там уже... Я подбегаю, ты развернулся. Я там уже сделал. Я там уже сделал. А зачем ты там хотел забежать тогда? Я проверял, что ты там делаешь. Нет, Знат точно мирный, я вижу, что нужно. Я сделал задание, закрылись двери, я уперся в двери. Расскажите мне. Там закрылись двери, я уперся в двери, не надо пиздить. Блин, ты не сиди, что там? У нас внизу закрыли, мы с Авдеевичем выходим, ты вышел до нас, ну типа все. Какой труп? Где труп наш? То есть разные у каждого игрока даже из мирного, да? Я на электричестве был только тогда, когда его отключили в самом начале раунда. Что ты рассказываешь вообще? Я думала, Блинсис, наверное, она меня убьет. Мы вышли. Потому что Асмодей меня видел. Асмодей видел, как я бежал на берег. Я не на электричестве. И вот она же влево, а сейчас говорят, что ты типа... И стоять, да? Ебать машина. Ты говоришь, что Авдеевич был, и только обманывают, да? Только что доложили. Нет, я не видела. Стоп, просто бегайте с этим, блядь, Финаргота, ёбаный, блядь. Только что доложили, как я мог убить на электричестве, если я только что стоял на самом верху. Я не видела ни Финаргота, ни труп, если что, потому что я пошла направо, мусор выбрасывать, а фасолька пошла влево. А, фасолька его нашла и подошла. Я вообще наверху был. Так, а фасолька со мной была заперта в электричестве, она бы меня убила. Да, я бы убила Авдеич, понимаешь? Логично. Не ссорьтесь, блядь. Окей, понимаю. Меня голосует, это закончил я. Фасолька из НАТ, фасолька из НАТ. Нет, да это не фасолька, она бы меня убила в закрытой комнате. Мы с НАТ, НАТ со мной чинил, я видела его. НАТ? Тогда извиняюсь. Я думаю, все правильно. Блядь. Игра становится сложнее.
Как одному-то здесь играть, блядь? Ну где эти ебаные говнёные, блядь? А это куда? Ой. Опа. Видел что ли кого? Не? А, Финаргот сгорел, все нахуй, пуси, блядь. Родники, спасибо тебе за субскрупно бустер. Да, 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 спасибо. Так, захожу, сколько у нас захожу трупов? Я, значит, в электрощитовую, проверить, нет ли там трупов, а там Знат. Авдеич, Знат, Дина, они вместе со мной. Не Дина, да, а я. Авдеич, Булка, да, я с вами фасолька беленькая. Была, да, да. А еще раз кто? Я нашла Зната в электрощитовой. Я, Булка и Фасолька, мы все вместе очень долго стояли, да. Я специально стою, чтобы не думали на меня. А труп нашли где, в электрощитовой? Хуй знает. Да. Дина. Осмотри, да, 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 потому что он оттуда вышел, и я пошла в сторону электрощитовой посмотреть, вдруг там есть труп, потому что он оттуда ушел. Я оттуда не выходил, можете меня убрать, но Авдеич сейчас врет. Убирайте меня, потом туда Авдеич, потому что я сейчас... Ну, я сторону убираю, это точно не я, девочки это знают, что это я, поэтому я считаю, что мы... Ну, хотя если они слышат... Подожди, стоп, ну подожди, подожди, если они бегали втроем, они же не могут быть зараженными, да, они не могут быть тогда, либо кто-то, либо два предателя осталось. А Слава, Дина и Слава, вы втроем остались. Не исключено Дина, блядь, все возможно, блядь. Авдеич, ты не могла ошибиться, что это я был, потому что я сверху справа сейчас стою. Я давным-давно задание сделал на электричестве. Подожди, ну ты ж фиолетовый. Да, я фиолетовый. И я ты бежал снизу, девочки тоже тебя видели, Булка и Фасолька. Не, окей, если вы считаете, ты бежал снизу. Ты бежал снизу, с нижнего, получается, левого угла, и ты побежал наверх как раз через... Мне кажется, это, блядь, Финаргот и Асмодей был. Столовую. Я говорю, если хотите, можете убрать. А сверху слева. Нет, я не хочу тебя убирать. У двигателя. Вы кого двигали? Я опять-таки не хочу голосовать, а точнее делиться на пары, потому что это скука так, когда бегает 6 человек вместе и, скорее всего, один трейтер. Это типа кекви. Блин, ну смотри, Слава в тебя проголосовал, хотя Слава, мы еще ничего не решили. Может быть, это Слава. Может быть, Слава, я не знаю, но это не я. Алло, ебабушки, блядь, вы же сказали, нахуй, что это, вы его видели, так, блядь. Вы хотите сказать, он, блядь, мимо жму... А, ладно, все. Аааа, суки! Чё они не кикнули его? Что мне делать, блядь? Блядь. Троих гаси, троих не могу ебать. Он подзалупнется ебучей, блядь, ну-ка. Дети, сучки, блядь, вонючки, блядь, ебаные. А я посмотреть. Да. Все живы? Я задание все сделала, я хожу с Диной. Потому что постоянно все были вместе, вот это вот сейчас. Я задание не сделала, походите кто-нибудь со мной. А, ребята, что такое саботаж, я не знаю. Ходишь, я тоже еще некоторые не сделала. Хожу, анализирую, смотрите, когда мы все были в управлении, там не было Славы. Я с вами был, алло, с подключением, блядь, я с девчонками бегал нахуй. Сейчас за меня преследовал Булка. А, девчонки, вы его видели? До этого нет. Фасолька, я про прошлый сейчас только что. Вот, я тоже, я не видела ни Славы, ни в этом, ни в прошлом. Я не вижу смысла сейчас кого-то... Алло, я бегал с девчонками, блядь, с пизденками, ебаный сыр, блядь. Асмодей не видит смысла кикать, это тоже. Ну да, потому что нас нету жертв. Зачем кикать Славу? Или меня, типа, или кого еще? Мне, допустим, за мной вообще Булка бежала, когда я бежал. Блядь, хуйня, сучара, ебучий, блядь, хуй мой нюхуй, блядь. Она меня преследовала, я смотрю, что я сейчас расскажу, ребят, мне надо срочно просто отлично абстрагироваться, блядь, от стресса человеческого. У нас нет жертв. Дина тоже, скорее всего.
Мужик, булка, голосуй. Кто все сделал, побежали с фасолью. Если был бы Слава Асмодей, ебать, я бы давно бы уже шухлядки, блядь, бы это поцеловал бы ваши пенисы. Я, бля, буду. Аси пенисы. Мы бы уже со Славой тут. Да мы бы вас разнесли, блядь, с Асмодеем, но ебаный да. Серый, вы должны понимать. То есть это явно один Асмодей, блядь. Слушай, сейчас подозрение. А что саботаж делает, бля, расскажите. Что это за сайт, не знаю. Бля, эти сучки сейчас выиграют, нахуй. Ну чё ты, булочка, блядь, я попку выебать, нахуй, дурочка, блядь. Давай, иди сюда, родненькая, блядь, перебутай, вольюсь, блядь. Давай, давай, ебать. И призраки делают задания? Ой, извини, блядь. У нас год пиганул. Уёб. Я проверить просто запустил. У нас... Так, у нас ясно, у нас так, Асмодей или Слава? Ну, да. Я предлагаю сейчас Славу, если это не Слава, то Асмодей. Слушай, ты много предлагаешь, алё, ебать. Потому что это точно давайте, не Дина. Ты ебубошка, нахуй меня такая кнопка нажимать, ебошка! Идём Славу. А, ну удачи, блядь, удачи вам сыграть, нахуй, суки! Вы ёбнутые, алло, блядь, нахуй я на кнопку нажал тогда, блядь? Дина, вы в обнимку с Авдеей же были, вас на камере. Мы втроём сейчас были, я Фасолька, Фасолька абсолютно точно мирная, потому что она сгружал данные и полоса двигалась, так что мы точно исключаем. Авдеич. По Авдеич, я ничего не могу сказать, потому что я Авдеич сразу высирает на меня, ебать. Всё время, ты не теряла из вида, да? Не-не-не, она с нами была. Бля, я слишком замудрил, сука. Что, Слава, когда вниз слева пойдешь, там вот эта штука, там побольше постой, не долю секунды, вот. Что я проголосовал. Ясно. Вы че, уебаный, блядь? Кажется, Слава бы был с виноватым. Слава, ты в себя голосуй. Авдеич, нахуй, подзалупница, блядь. Охуели, блядь. Я с самого начала скажу, ты 100%. А че он Финаргот ливнул, ну, блядь, он после каждой гадки ливает его, но уговаривает по 10 минут вернуться, блядь. Ох уж эти эмоциональные игроки, блядь. Да, почти каждый. Вы с Финарготом были, да? Да, были. Бля, вот вы такие, блядь, сука, блядь, пюре ебаные, блядь. Я вам хотел реально интересную игру сделать. Какого хуя вы, блядь, меня кикнули? Смотри. Смотри, я ебнул, не помню, кого там справа, блядь. Булку. Да, булку. И мог тебя ебать, но я сыграл 300-500 IQ, нахуй. Я пошел и, блядь, на столе ебнул в центре, блядь. Понимаешь? И сказал, что просто проверить, так же, как и в прошлом раунде. Предатели так делают, кстати. Поэтому я так слегка убегаю, что я сейчас позвоню на работу, спрошу. IQ защита, но просто я видел, как ты делал задание долю секунды, и я от тебя просто бежал. Я эти задания в сыр вертел, блядь. Ёбаные задания, где они, блядь? Я просто подхожу для вида, стою нахуй. Так я видел, а ты там стоишь. Как узнать, что там задание? Там высотный знак? Ты правильно стоял. Там, так мне, слышите, просто мне очень странно показалось то, что он говорит про восклицательный знак. Нет, восклицательный знак — это рабочая тема, это реально. Типа, я теперь, я в общем вообще не буду больше никакие обсуждения проводить, просто буду типа голосовать и голосовать. Ни слова говорить не буду. Финаргот опять убит. Это я за два часа второй раз попадаю трейдером, второй раз меня кикают не за мое убийство, не за те доводы, за которые говорит, на электрощитах я там не был, блядь, даже. Меня выгоняют, нахуй, второй раз подряд. Зато в тачку попали. Мне больше понравилось, что да, меня зарубал. Я теперь тоже рандомно буду кикать абсолютно, типа. Типа, нас причем, тоже знаешь, каждый раз, когда Финаргот попадает, в него попадает, что он реально, блядь, он, блядь, ливает, обижает за то, что его нахуй.
Ну так потому что это на пустом рандоме какой-то хуй. Я стартую? Я не знаю, херню какую-то... Единственный, кто нормально сказал, это Снат, который следит за игрой. Да, я действительно видел, я так кайфанул, когда я узнал, что ты трейдер. Я скипал, потому что... Причем посолька играла, дальше какой-то галдёж идёт. Трейдер, трейдер. Нихуя тебе работа, какой валютой, блядь, ещё... Асмодей мог сказать, что типа я наверху был. Я не видел, я был справа сверху. Запустите уже игру, я сейчас ебу сейчас нахуй. С условием, что я мимо тебя пробегал. В игре, естественно. А, я не видел, извини. За трейдер. А что Славе постоянно предатели попадают? Что такое? Не знаю, мне нравится. Бля, за предатели самое весёлое. Не расстраивайся. Всё, погнали, давайте, давайте. Да ладно, бля, ребят, Финаргу поплачет, поплачет киска, помогнет и успокоится. Это интересно, типа, знаешь, когда по 8 часов без трейдера и за хуйню какую-то выгоняют, это тоже ебать, я специально сказал, нахуй ждал, что вам, бля, выпакнул, блядь. Как это хуйню пользуются? Сука. Сука! Да ты чё, ебатня ебучая? Блять, два, ну-ка. Бля, это либо Авдеичья фасолька, либо это пиздец. Не, все, здесь все. Ну, не стали бы убивать. Все, держимся. А как здесь админи, бля, как? О. Ага. Управление 3. В электричестве. Был 2, стал 1. Был 2, стал 1 в электричестве. Идем, идем на наличие жмурика проверять. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, пизда! Кто в электричестве был, блядь? Кто был, нахуй? Калитесь, блядь. Секьюрити убили кого-то. Я не успел. Кто был в электричестве? Кто был в электричестве? В электричестве я был до тебя, пробежал, пошел наверх. Миша кочурился, нахуй. И там, это... На электричестве умер? Смотри, как я тебе рассказываю, как было, блядь. Это что, не я вызывал робокопа, блядь, просто как все было. Робокопа. Я стоял в админе, блядь, чекал нахуй головки, блядь, которые выскакивают. Сколько человек, количество. Ага. В электричестве два, резко одно. Он мог выйти. Ты с кем-то был? Я с Финаргой заходил. С кем ты? Потом погас свет. Я сделал электричество, не проверял и ушел вниз. И Финаргот заходил в этот момент в электричество. Я вообще никого не видел, когда... Финаргот, это так было? Я был в электричестве, да. Два пиздобола попались. Дальше сами думайте, блядь. Слава говорит, что было двое, потом один пропал. А Смотей говорит, что был один, потом второй появился. Ну, я сидел там, делал электричество. Финаргота нахуй! Не-не-не. Я шучу, шучу. Это не основание. Да-да. Давайте Асмодея, Асмодея. Да не, сейчас, сейчас можете кикать, мне пофиг, я не предатель, так что... Я уже, ага. Мне пара... Не расстроится. Нет, мы не понимаем, как вы кикаете, я так понимаю, мы скипаем, нет? Да, скип, скип. Да пока скип. Интересно, где тело-то было, чёрт? А, подожди, знал, я тебе сказал, где оно было, оно... Чё? Авдеичи Финаргот заголосовали. А, оно было в секьюрити? Да-да-да-да-да. Авдеичи Финаргот, блядь! Вы что, ёбнулись? Да подождите. Блять, запомните, запомните это нахуй. Блять, вот суки говняные, блять. Ну-ка дай-ка мне Дину, блин, блять. Я с ней буду бегать. Опять на электричестве одна чекушка, блять, стоит ебучая. Микрофон, Финаргот. Финаргот там распился уже, размечался, ебать, крендель, блять. Мне кажется, ты слышишь, у тебя песня убийцы была. Опа, хуйня какая-то. Ой, ты что-то у меня в глазах все нахуй сузилось, блядь, что за хуйня? Блядь, не нравится мне это все нахуй. Проверяю нахуй, на электричестве жмурик валяется, блядь, галимый. Бля, булка, ёпта. Смотри, фасолька за мной бежит, сука. Отстань, сука, блядь. Как закрыть дверь, нахуй? Ой! Пизду я обратно сюда. Бля, опять в глазах сузилось жутко, блядь. Оп, давай нахуй. Опа, саботажная, да, это? Давай, давай, знат нахуй, давай, давай, сделай, допусти ошибку, блядь. Давай, 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 оп, давай, ебани меня. Ух, блядь, думал, меня ёбнули, блядь. Так. Рекорд был в нижней части. Короче, я скажу так, смотри, вот мне изначально, вот прям сразу же,
не пригляделся, знаешь кто? Асмодейка. Блять. Я люблю эти игры. Просто, блять, знаешь, какой-то. Кто только что рядом со мной бежал, можешь напомнить? Как-то... Я бежала. Вот я вниз спустилась, там. Короче, я думаю, это Булька и Асмодей. А-а-а, слышишь? Асмодей, бегали... Асмодей, подожди, мы с тобой стояли через дверь с фасолькой, правильно? Но мы с тобой стояли. Фасолька, да, вот, фасолька пыталась к нам зайти, увидела нас, вместе с нами побежала туда и сама зафиксировала. Работа, брат, спасибо большое. Я была в закрытой двери, этот круг закрывается же по кругу. Так ты, наверное, отсюда и пришла. Наверное, это не аргумент, я была в закрытом кругу вместе с булочкой. Если я хотела кого-то видеть, я убила булочку. Булка была со мной. Я видел, например, только нас, один блин и Славу. Да, мы втроем были. Я рядышком с собой видел, слева. Да, мне есть кажется, такая обожда. Посадку фасолька, ребят. Посадку фасолька, я тебе только что объяснила, что это не я, ты не пробивная, не слышишь? Я же была закрыта вместе с вами, ну как? Нет, ты была с обратной стороны, я была с булочкой. Я была с другой стороны. Авдеевич, пожалуйста, умоляю тебя, не ори, на темп пониже. Но я же была с булочкой закрыта в помещении, мы бы нашли труп булочки, мы побежали вместе. Либо труп фасолька, но мы тогда нормально остались. Склероз, брат, спасибо тебе огромное за 500 рублей, да, у меня Может, вы вдвоем есть? Жесткая хуйня. Что? Очень логично, Авдеич просто переорала, и в итоге... Авдеич, блядь, Авдеич всегда переорала. У него, блядь, такое орало, блядь. Мы вместе с Мадеем были. Это значит, Авдеич Асмодей, блядь. Потому что Асмодей по 100% подозрением, блядь. Давайте с Асмодеем бегаем сейчас, все полетели. Все с Асмодеем. Если я умираю, меня Асмодей ебнул. Я пока верю Славе и Знату. Поехали, блядь, с Асмодеем, нахуй. Давай, Асмодейчик, блядь, давай, родники, блядь. Хули, ебать, детский садик, блядь, таскаешь нахуй на плечах, блядь. А где сейчас Асмодей, блядь, смотри, со мной вместе, нахуй. Давай, ебать, давай. А что он здесь стоит, ебать, магнитофон слушает, блядь. Давай. Дину пёзнули, да? Нашёл его в дверь. Дина! Смотрите, рассказываю, кто со мной был. Со мной был Асмодей. Ну, как со мной был, я с ним был, блин. Вот, и ещё... Бля, кто-то за нами бегал. Сейчас скажу, кто я это не был. Не знаю, я свет погас, я не знаю. Я, короче, нашёл его на электричестве. Фасолька, по-моему. Вот. Ты его у электричества нашел? Я мимо булки пробегал. Да, прям на руке. Я туда бежал сейчас, потому что... Фасолька, по-моему, была там с нами в третьей. Я туда бежал, и никто в правую часть, никто не выбегал. Ну, булка меня могла... Блядь, не верю, я Асмодей, ебаный соус, блядь. Бля, ты за мной бегаешь, все равно мне не веришь. А, подожди, Авдеич припиздули, да? Да. Авдеич и Дина убиты. То есть два трейлера. Да. Мне осталось задание справа. У этого корабля. Это точно не Булка. Мне кажется, Булка чистая, Слава. Это точно не в первом раунде она меня могла убить, мы там с ней вдвоем были. И меня она могла убить, когда мы пошли. Чел, ты вообще за мной бегал. Я просто не понимаю, что ты от меня хочешь. Не, братанчик, ты для меня уже не уйдешь, блядь, от моего, так сказать, взора правосудия, блядь. Я отомщу за Дину, блядь. Да что толка, если бегают, блядь? Ты при мне можешь ебнуть, там знаешь, какой кругозор узкий. Надо кого-то кикать, и то мы умрем. Хорошо, тебя. А кого? Так вы за меня! А кто это сказал, что это знак? Ты сам сказал, кто кикает. Подожди, кто был в электрике? Ты Асмодей не видишь, давай Асмодей пока уберем. В чем проблема? Он просто хочет меня убрать, очень прикольно. Да блин, а... Да, братан, мне тоже самое сейчас было. У нас два трейдера осталось. Два трейдера, ты и фасолька. Да не трейдер я нормальный, кого сочиняете, то вы сейчас проиграете, за херни просто. Пока! Мне кажется, это Леонтьев. Какой хуй Леонтьев, блядь? Это не Леонтьев. Вообще-то, мне кажется, мы наебанулись. Не, смотри, что прошло. В прошлый раз будет говорить, что нам... Ой. Булка, бегай со мной. Зови Саву. Булка, бегай со мной, блядь. Сейчас меня сразу ебан, да, эти ближе мехи нахуй. Блядь, все узко, пиздец, блядь. Как в киске, блядь. Реально, как в кисоньке, блядь. Опа, булочка, блядь. Давай, ёбни меня, давай. Пиздец, булка, да? Блядь, это булка нахуй. Это, блядь, пизду её. Родники, спасибо тебе за субскруп на бустера. Да, спасибо. Все сдох, да? Охрана, это где? Все, пиздец.
проверяем. Эти задания доделаю. Кто сдох? Никто. Как никто? Я задание выполнил уже. Я выполнял дурацкое задание. Я ее могла за двойку чинила и вроде как знат чинил. Что-то, блядь, все чинят, а задание не выполняется. У меня задание было, все вот эти вот пять последовательно. Сначала один квадратик загорается, он два квадратика. Я, блядь, в голове не могу это запомнить! Че, никто не сдох реально? Не, вообще никто не помер. Я вообще никого не вижу на карте. В охране кто был? Я видел фасольку, она мимо меня как-то пробежала, когда был. Я такое-то задание делал, но вроде я не пробовал. Я с носа корабля нет, сейчас спустился в заправку. Да то что вы говорите? Блядь, давайте фасольку припёрзим, блядь, я жопу ставлю. Давай нахуй. Тебя, ты самый подозрительный. Мне похуй, реально, меня может и следующим ёбать, блядь, спасибо большое. Но тебя мы, блядь, так сказать, в первую очередь. Давай так нет смысла, Слава мог Дину вот грохнуть еще, когда они вдвоем были. Окей, а кто? Ну, Булка и я, мы вместе бегали, никто из нас сейчас не мертв. Ну кто-то либо Лагота, либо возможно, понимаешь, либо Фасолька, три человека. Возможно, вы, блядь. Булку, ладно, исключаем. Лагота, Фасолька, давай вот так. Лагота. Давайте Фасольку припизним, да. Блядь. Вы просто потому, что он сказал, будете это делать? Да. Естественно. Давайте потом меня. Я красный игрок, не доверяю, блядь. Потом меня можете... Фасолька, крепись. Получается, да, очень умно. Да, а, Фасолька с Булкой за меня протопили? Ну, типа... Почему? Бля, до свидания, Фасолька, блядь. До свидания, блядь. Че, не она была, да? Все, бежали быстрее миссии выполнять. Оп, моторчик заправили, ебать, полетели дальше. Надо чуть-чуть задание довыполнить и все, оп. Че, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ага. Надо, бля, уже собрание созывать, пиздец тут полный, бля. Где-то сейчас такой беспредел творится, ебейший. А где эти квесты? А, во. Оп. 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 И еще одно. Оп. Что за хуйня? Оп. Красава. О, как же я тебе вовремя съел. Ёбаная булка, блядь! Я не мог прикрыть, она мимо меня сейчас пробежала и тронула меня, главное. Меня так зарезала в спину нашу. Я тоже булку убила. Подождите, а как так вышло, что в комнате, где были фасолька и булка, булка убила человека? Да, это она никого не убивала. Она сразу к фасольке, и она уже не заметила, просто побежала. Да, она никого там не убивала, было типа темно. У меня давно задания были выполнены. Сейчас позже в квест пойдем, пацаны. Но я забыла. Или от первого лица добавят. А, ну здесь обновление 2 секунды. Сейчас я заново создам. Блядь, здесь игра весит 7 мегабайт, ебану, здесь обновление, наверное, килобайт 20, блядь. 2 мегабайта. Я вас убивала. Так, а там только серверную часть обновили в самом деле. Просто сыр с плесенью добавили, ебать, просто. На голову, еб. Что после обновления не работает игра. Нихуя подзалудники обновились, блядь. Всё? Пятизначный. Да, получается, наигрались.